опять включили, да? Конечно, да. Мне бы Владимира Владимировича Путина. Поставил человека, люди на него посмотрели, что действительно годится. Посмотрел 20 человек за 4 месяца, 20 кандидатур. Собственно говоря, я посчитал себя вправе поговорить об этом. Не надо было вводить эту должность. И вообще, я бы сегодня генсеком сидел бы, ногами помахивал. Ну скажи, дедушке, за кого голосовал-то? Я Путина!